Ну, гостиница – это такое место, где ты можешь объективно находиться за объективную плату. И потом вот сразу говорю, никому не советую посуточно снимать квартиру. Я вот это делал тут прошлым летом, и просто, значит, девушка, значит, ишкаралинская, просто немилосердно меня обобрала как липку. Просто она говорила, еще 2000, еще 2000, еще 2000. В общем, я там в этой квартире пожил-то сутки, а заплатил 1008. Вот. В итоге. То есть прямо как в фильме «Интимные места», посмотрите. Еще батарейки, еще батарейки. В общем, совершенно какая-то безумная. Ну, такая правильная, имеется в виду мамаша такая, судя по всему. Ну, в общем, так происходил мой съем квартиры посуточно. А в гостинице ты объективно платишь, ты, даже если ты в городе нахрен никому не нужен, и даже если ты, если тебя просто-напросто здесь могут даже нахлобучить как следует, ну, все равно в гостинице ты объективно находишься. А что еще надо? Что еще надо? Поэтому... Хорошо, объективно находишься, хорошо. То, что мне сейчас и надо. Так, сейчас вот мою Вирджинию обычно с этого проспекта. Это я так называю его про себя, Большой Ишкаринский проспект. Потому что он весь город пронзает от, собственно, моего Самбатхи до, собственно говоря, Прохорова. Фактически, то есть, то бишь до 9-го микрорайона. Да, вот здесь был магазин автозапчастей. Теперь все как всегда. Ну так вот, и в общем, к чему я все это? Гостиница, друзья мои. Ну, в Новгороде, конечно, у меня были какие-то не лучшие ощущения. Вот именно я тогда и как раз испытал, что образ жизни Антона Птушкина, он, возможно, не такой прям и сладостный, как видится, значит, замученному зрителю. То есть вот эта гостиница, ну, гостиницы, конечно, нет. Ну, мало что хорошего, но ты там объективно находишься. Так, вот сейчас нам надо не прозевать въезд. Тоже старые ворота. Так, походу, может быть, где у нее въезд-то, ёкарный бабай? Где-то здесь. Может, после того перекрестка? Ладно, сейчас дело кончится тем, что буду в навигатор вбивать. Так просто невозможно. А, вот, наверное, вот тут. Да. Вот этот перекресток сейчас проезжаем, тоненький. Блин, как же я хочу жрать, просто сдохнуть можно.